Добрый вечер. Ну что, товарищи, сегодня не будет у нас с вами заката. В Сочи, вот, возможно, будет. В Турции, вероятнее всего, тоже будет. А вот в Лазаревском автоапсе не будет. У нас вот только вот дождик моносящий опять. И волны. Этого добра у нас хватит всем. Даже на причал не хочется идти снимать очередной оттенок. Ну что это такое? Утром дождь. В обед солнце. Вечером дождь. Ой, ой-ой-ой. Прям как в кино, помните? Утром яичница, вечером яичница, а ночью омлет. Ну, у нас чуть-чуть сдвиг по фазе мая произошел, но все равно. Красивые волны. И нудный дождик. Блин. Не хочу, не пойду я сегодня на причал. Пойду спать. А я-то днем-то уже надеялся, что все распогодилось, солнце вышло. Похвастался. И на тебя. Не верьте, не верьте погоде в Лазаревском. Она такая переменчивая очень. А дождик все усиливается и усиливается. А посему, друзья, вынужден откланяться и бежать отсюда во свояси домой. Буду вам выкладывать этот коротенький ролик. Сегодня у нас и так день коротких роликов. Всем пока!